Отстраненная от должности генеральный прокурор Александр Стоеногло останется под домашним арестом еще на 30 суток. Меру пресечения продлил Кишиневский суд. Стоеногло назвал его решение издевательством и заявил, что оспорит его в апелляционной палате. «Мне жаль, что наша власть, правительство не сделало никаких выводов даже после визита в Молдову представителей Европарламента и Венецианской комиссии. К большому сожалению, судьи стали заложниками так называемой реформы в системе правосудия. Я понимаю, что властям нужны лояльные судьи». Прокурор Виктор Фуртуна, ходатайствовавший о продлении ареста, мотивировал это тем, что иначе Стоеногло может повлиять на ход следствия. «Существует много рисков препятствования надлежащему осуществлению правосудия, риск, что он скроется, что его выход на свободу вызовет массовые беспорядки и так далее. Пока шло заседание, перед зданием суда проходил очередной митинг в поддержку Стоеногло». Александр Стоеногло был задержан 5 октября. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, превышении должностных полномочий, пассивной коррупции и даче ложных заявлений.